Делегация из Дахатаевского района посетила муфтия Дагестана Шейха Ахмада Афанди. В ее состав вошли глава муниципалитета Джарула Амаров, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и другие. На встрече обсудили вопросы тесного взаимодействия органов исполнительной власти и религиозных деятелей. Духовный лидер отметил, что работая вместе, можно достичь хороших результатов. Вопросы, которые вы ставите по вашей религиозной линии, мы все поддерживаем. Совместная работа идет, значит, плотную. На всех совещаниях присутствует имам, он обязательно, значит, он информирован 100%, что там происходит. Значит, в школах мы даем очень много времени встречаться с подрастающим поколением. У нас в Дагестане, хотя некоторые люди искусственно хотят показать разницу и разногласия между нациями, это отсутствует. Нету такого. Главное, чтобы был он человеком. Вот это самое главное. Наша сила в единстве. Например, пожар, когда тушат сосед, там, родственник, мимо проходящий, он же не спрашивает, чей дом это, какой нации. Спасают. Притом рискуя своей жизнью, да. Спасают.